Я б хотіла поговорити з вами про молодість. Ну, давайте зізнаємось. Усі ми, дівчата, намагаємося якомога довше бути такими молодими, красивими, такими яскравими, запальними. І намагаємося знайти той секретний рецепт, все ж таки, як це зробити. Хтось економить усі гроші заради того, щоб купити крем із моршок. А вчені, наприклад, запевняються, що ці крема взагалі ніяк не допомагають, а все ж таки все залежить від харчування, від вашого сприйняття себе і, словом, все ж таки, від вас. І сьогодні я б хотіла розібратися з цією темою, а з нашою ранковою гостею. Але перед тим я хочу перерахувати вам усі її здобутки, щоб ви розуміли, чому саме ця гостя допоможе розібратися нам в цьому питанні. Значить, до нашої ранкової студії завітала Галина Арвахі, президент Чернігівського відділення сучасної та естрадної хореографії, ліцензований суддя вищої категорії, засновник міжнародного фестивалю Freedom Flies 2021 і всеукраїнського етнічного фестивалю «Енергія життя», президент фітнес-центру «Позитив», художній керівник школи гармонії розвитку, тренер художньої гімнастики, професійний тренер-хореограф і сертифікований вчитель йоги. Фух, і як я люблю казати, а чого досягли з вами на ранок ми, так? І питання, як ви це все встигаєте? По-перше, я, знаєте, вам його залишу на потім, а по-перше, зараз хотілося повернути до того, що для вас саме молодість, і як ви це все встигаєте? Добрий день, добре утро. Но что такое молодость? Молодость – это естественное состояние быть ежеминутно, ежесекундно счастливой. Угу. Счастливой вот проснулась здесь и сейчас, открыла глаза, радуешься этому прекрасному миру и восхищаешься того, что ты есть, что у тебя есть твои близкие люди, что ты спешишь на свою любимую работу и что ты можешь подарить вот свои знания теми, которыми владеешь ты. Ну, это колоссальное такое внутреннее позитивное состояние, которое преследует меня вот последние эти такие годы. А ось цікавий момент. У вас стільки звань, все ж таки на це все потрібно стільки енергії. Як ви це все встигаєте? Це ось через те, що ви така енергійна? Чи ось як? Чи ви плануєте правильно свій графік? Я, как любая женщина, искала ключ к молодости, к здоровью, к красоте. И вот все вот эти вот звания и статусы я добивалась и выращивала в себе. Искала пути, самое максимальное достижение и оставаться всегда вот такой вот в форме. Да? Это спорт. Вот спорт, и поэтому он меня привел и к тому, что я организовываю различные все мероприятия по танцам, гимнастике, помогаю развивать детей. Ось так. Цікавий момент, що все ж таки, якщо ми говоримо за молодість і за те, що це все допомагає вам все ж таки це відчуття робити такі здобутки, такі досягнення. А що, на вашу думку, все ж таки більше з'їдає цю нашу енергію молодості і не дає якби їй постійно генерувати і працювати? Но это прежде всего стрессы, то есть каждодневный наш стресс. Мы, в принципе, сами его придумываем и сами обмусоливаем эту проблему. Ну, можно на это не обратить внимание и спокойно среагировать на любую ситуацию, потому что ситуация все равно, она будет и она разрешится, как бы там ни было. А человек тратит свою энергию для того, чтобы решить эту проблему, просто вот решить. Я стараюсь объяснять это людям, что это суть, да, есть такое состояние. И когда человек занимается дыхательными гимнастиками, вот он подышал, чуть-чуть успокоился, и, в принципе, он понял, что это не проблема. Выпил кофеечек, поднял себе настроение и перешел на другую ступеньку. Ну, а тобто, взагалі, цікаво, наприклад, знаєте, ось це відчуття молодості дуже часто полишає і молодих людей, наприклад, там у віці 27, що о, все, робота, там, я, ну, куди там, я, у мене вже стільки турбот, я за собою доглядати не встигаю. Але все ж таки, як зробити так, щоб знаходити на себе час, щоб підтримувати всю свою молодість, як ви кажете, фізично, та, ось, все ж таки, тим, щоб прокидатися і знайти час на ту чашечку кави. От як правильно? Я, знаєте, я завжди говорю таку фразу, що в неділі 168 часов.
И если вы уделите себе 4 часа, 5 часов в неделю, это не так много по сравнению с тем, что вы делаете много чего ненужного. Угу. Даже просто листая этот Инстаграм, да? Эх, да. Да, вот. И опять вернусь к секрету, к которому я очень долго шла и поняла смысл, что все это в правильном питании. Самое главное – правильное питание. Одно из основных частей. Второе – это физические упражнения, кардио и да, физические нагрузки, силовые. И третье – это психоэмоциональное состояние. Но без него, но никак. То есть мы пробуждаемся и сами создаем себе вот этот образ счастливой женщины. И начинаем заниматься, ухаживать за собой, следить на протяжении всего дня. Первое время это очень тяжело, потому что это, ну, получается, как ты заставляешь себя. А потом это просто становится твое одно единое целое, привычка. Привычка быть счастливой. Вот проснулась, и ты счастливая. Умылась, привела себя в порядок, подышала. Вот очень люблю дышать, и просто всем рекомендую. Да, дыхание, пранаяма. Прана – это жизнь. Ага. Да, вот в переводе пранаяма – это жизненная остановка. То есть мы во время дыхания останавливаем процесс старения. Девочки, процесс старения. А вот як саме правильно виконувати? Ми можемо зараз спробувати у нас в ефірі зробити це дихання? Чи це, сидячи, неможливо зробити? Нет, ну почему? Есть очень много практик, и даже элементарная, я всегда говорю, когда вас наругал начальник, там, еще как-то там эмоционально сбились, просто садитесь, закрывайте глаза и делайте несколько глубоких вдохов. Так. И выдох. И это сколько раз треба робити? Ну, в принципе, 3-4 вдоха-выдоха, и потом можете спокойненько открывать глазки, такая улыбающаяся, да, я слушаю, да, извините, да, я, может быть, действительно ошиблась, может быть, действительно что-то сделала не так, я об этом подумаю, ну и так далее. Ага, добре, тобто це, ну, в принципі, така дієва порада, коли себе заспокоїти. Да, да, і це навіть можна зробити, навіть, знаєте, я уявляю цю ситуацію, мене сварить керівник, я така, секундочку, зібралася і поїхала. Іменно так, да. А ось дивіться, ще цікавий момент про те, що ви сказали, ось є там і йоги, заняття спортом і кардіотренування. А що все ж таки, ну, от, інколи люди, коли їм за 40, їм складніше виконувати, наприклад, кардіо. Що б ви порадили і що частіше, наприклад, обирають ваші клієнти, ваші дівчата, саме щоб якось підтримувати себе у цьому молодому прекрасному стані? Значить, я вам хочу сказати, що у мене примір – моя мама. Когда она, вот мне было 20 лет, и она мне говорит: доченька, занимайся йогой. Я говорю: мама, что ты, какая йога? Мне нужно накачать мышцы, мне нужно там подтянуть, мне нужна узкая талия. Она говорит: так это же все ты будешь иметь. Но тогда я этого не слышала. Чикаго. Да. И вот прошло время. И когда я поняла, что у меня уже как-то так, вроде бы после кардио это и устаю, и какая-то дышка появляется, какой-то дискомфорт, и постоянно подвергаюсь вот этому стрессовому состоянию, потому что бежать, качаться, заниматься, что-то там делать надо. Я начала погружаться вот в эти воспоминания и поехала, обучилась йогой полностью. Да, у меня очень хороший учитель, Аум Пракаш Гаур и Инга Яхни, которые дали мне эти вот именно базы, поверить. Поверить в то, что йога дает это все. Вот состояние красивой фигуры, состояние удовлетворенности собой, то есть питание, оно автоматически. Вот йога, она заключает в себя все. Питание. Комплекс. Комплекс. Я вам говорила, кардио и физические нагрузки. Да, в йоге. Ого. В йоге. И, ну, то есть ты сама регулируешь. Ты можешь просто делать вот какую-то, исполнять асану, а можешь в нее влюбиться и просто проживать ее. То есть это не то, что вот все говорят, йога поднял ножку, и ты стоишь с ней. Нет. Ну, это колоссальный труд. Это действительно работает через твои мозги. И ты не просто стоишь в качалке и качаешься. Ага. Ты все время работаешь вот тут у тебя. Тобто, як я розумію, щоб все ж таки зберегти це своє відчуття молодості і все ж таки намагатися от, відчувати себе такою молодою, 20-річною, там, ну, після 40, то це найголовніше все ж таки, і щоб голова твоя так, да, думками такими була заповнена. Да, і йога в цьому плані допомагає. Конечно. Тобто ви все ж таки радили все ж таки після 40 більше займатися йогою? Я просто рекомендую.
рекомендую заниматься йогой. Mm-hmm. Йога, да. Просто единственное, что, конечно, нужно найти хорошего учителя, потому что здесь понятия инструктора нет. Именно mm-hmm. учителя, который вам откроет этот путь. А ось питання з харчуванням. Ну, я, знаєте, буду зізнаватися так, я намагалася контролювати своє харчування у свої 22, там якось, щоб все було так правильно структуровано, але потім я взагалі з цього вибилася і не можу повернутися. І розумію, що роблю собі цим гірше. Як ви протягом усього життя харчувалися? Чи бували у вас якісь збії в системі? І як, наприклад, харчуєтеся ви зараз? Ну, вот именно в 37 лет я пришла в йогу, и она поменяла действительно мой образ жизни в питании. Понятно, у меня есть дни, когда я даю себе слабость. Коли? Ну, скажем, выходные, это ага. точно. То есть я в эти дни балую себя. Фух. Я могу, да. Есть то, что, допустим, ну, в течение всей недели я не кушаю. Я не ем это не из-за того, что я ограничиваю себя. Я просто этого не хочу. Угу. Вот мне комфортно съесть это много овощей. Мне классно съесть это белковую пищу, да. Каши, ну вот, да, это рекомендуется, это нужно. Но вот я особо не люблю. Угу. Не придаю этому значения, там, углеводы. Хотя, в принципе, мне, может быть, углеводы и нужно побольше покушать. Вот. То есть слабости, такие вот дни релакса мы должны давать себе, баловать себе. Угу. А ось саме, наприклад, що зараз у вашому постійному раціоні, що допомагає підтримувати вам ось здоров'я своєї шкіри, свою фігуру? Якісь є секретики? Давайте вже зізнаватися. Ну, это, опять же говорю, большое количество овощей. Угу. То есть вот брокколи у меня обязательно присутствует. А на что они влияют, например, с вашей точки зрения? Ну, это хороший антиоксидант, именно антиоксидант. И там содержится достаточно количество женских гормонов. А, вот так, наверное, цікаво. Да, да. То есть, скажем так, после 40 это процесс, когда ну, неизбежно, старение неизбежно. Но мы можем чуть-чуть остановить этот процесс. То есть дать возможность еще наслаждаться своими возможностями своего организма. Вот. И употребление брокколи, употребление цитрусовых, употребление авокадо очень сильно помогает организму оставаться еще в форме на долгие годы. Так, це я зрозуміла. А тепер дивіться, на початку ми говорили про те, що є дівчата, які думають про те, що ну там до 40, потім кремчик, ін'єкції, я знову молода. А є ті, хто каже, що це ну постійна робота над собою протягом років. Якої думки притримуєтеся ви? Чи могли б ви, наприклад, навести саме приклад? Знаєте, я все просто сиджу і думаю, чи можна запитати, скільки вам років, щоб сказати? Тому що ну ви виглядаєте ну на 40. А як воно реально? Ну, реально у меня, давайте так, четверо внуков и старший 7 лет вот будет. Я думаю, тут коментарів більше не потрібно. Дякую вам, надихаєте. А ось момент все ж таки того, як ви думаєте, чи потрібно протягом періоду готувати свій організм, щоб він завжди був такий, як молодий механізм, чи можна потім якимись там ось йогами вже після реабілітувати себе, якось підтримувати, на вашу думку? Ну вот смотрите, крема, в принципе, никто не отменял. Угу. Уход за собой – то же самое. То есть женщина учится благодаря этому быть всегда ухоженной. Угу. Это немаловажный фактор. Но основа все-таки идет в том, что ваше тело должно быть гибким и подвижным. Угу. Но сделайте вы свое лицо. Но горб на спине, там, на шее, да, сутулая осанка, неправильное положение плеч, грудная клетка опущена, при этом, естественно, вырастает животик, талия заплывает, да, бедра становятся дряблыми. То есть, ну, это не будет красить, когда на лице у тебя там 25-30 лет, а все остальное, когда раздеваешься, идешь на пляже, то непонятно, что... Вот, поэтому ну вот, заниматься именно своей осанкой и позвоночником. Ага. Я всегда говорю, позвоночник – это основа жизни. Пока он гибкий, ты молодой. То есть можно и в 20 лет быть старым. Угу. Да, вот так вот.
Ну, взагалі, я з вами погоджуюсь. Тому що я навіть відчуваю, що мені потрібно ще більше слідкувати за спиною. А чи могли б ви, як спеціаліст, порадити, як більше, наприклад, краще підтримувати свою спинку, і, можливо, якісь є вправи сидячи? Можливо, наприклад, намагатися там протягом якогось часу ходити з рівною спиною? От все ж таки, ось у мене така є проблема. Допоможіть мені. Це проблема практично у кожного чоловіка, хто займається в офісі, да, сидячий образ життя. Потому что позвоночник получается все время в стоячем положении и без подвижности. Знаете, я всегда вот говорю на практике, животные, вот заметьте, сколько раз они в день подтягиваются, вытягиваются, то есть это у них выработано природно, да, тянуть спину, позвоночник. То есть максимально, вот-вот у вас проходит эфир, ну покружите плечиками, там, сделайте поворотик, да, поверните головой. То есть какие-то движения вот такие непостоянно должны присутствовать в нашем теле. То есть пока движется позвоночник, все становится на место, все органы тоже работают идеально, да, кровь пульсирует по всему телу, и ты энергичный, бодрый. А ось на вашу думку, все ж таки, якщо вже нашим дівчатам, нашим глядачкам ось 40, і вони такі, так, ну я відчуваю, що щось я робила до того неправильно. А які ось є топ-3 поради або такі топ-3, з чого розпочати? Наприклад, спорт, харчування, там, ну ось ваші саме поради, як їх краще робити, з якої періодичності, і з чого все ж таки краще розпочати? Знаєте, от... как там раньше в старину думали, вот планета, и на ней держится, она держится на 3 слонах. Так. Вот. Вот я примерно так вот говорю своим ученикам. 3 слона, и ты планета. Обязательно 3 основных правила. Они работают в одном едином целом. То есть питание, физические упражнения и психосоматика. То есть позитивное настроение. Ни один из этих не работает отдельно. Вот представьте, вы занимаетесь правильным питанием, но при этом психосоматика, плохо спите, не высыпаетесь, нервничаете, за что-то беспокоите. То есть к чему это приведет? Да ни к чему. Точно так же и со спортом. Вот вы такая классная, все время занимаетесь, качаетесь, работаете над своим телом, но при этом не соблюдаете там элементы питания, там сна, еще чего-то. То есть вы поняли, все это работает вот на 3 слонах или китах, как угодно это назовите. Просто я, знаєте, очікувала почути ту важливу пігулку, яку ти випиваєш, і всі проблеми вирішуються. А на жаль, цієї немає. Нет, это постоянный труд над собой, но при этом, вот почему я опять вернусь все-таки к йоге. Йога мне дала возможность не понимать, что это труд. Это естественное состояние. Я проснулась, все это сделала, привела свой мир в порядок. Я просто кайфую от своего мира, от каждой минуты, от каждой секунды, от общения с каждым человеком, от общения с вами. Такой красивый, приятный. Вот. И вот от этого я получаю удовольствие. Это счастье. Заниматься своим телом, заниматься своим здоровьем, займатися своєю вселенною. Ви знаєте, просто як я зараз хочу підсумувати, зрозуміти з нашої з вами бесіди, тобто, по-перше, те, що ми працюємо над собою, це наша має бути постійна робота, така важлива саме, як і звичайна робота, так? Тому що ми інколи забуваємо, ой, робота, а нема часу на себе. Угу. Час на себе треба знайти, скільки там ми казали годин в тижні? 168. 168, секундочку, ну вже ж знайдемо, правильно, там декілька годин. Потім це харчування все ж таки вже, я ж просто готуюсь там теж, знаєте, там наперед, тобто вже харчування, а що далі? У нас ще ми, давайте підсумуємо з вами разом. Далі фізичні упражнення. І бажано, щоб це була йога. Да. Угу. Да, бажано. А якщо не йога, знаєте, комусь його не подобається, що можна ще, кардіо чи... Ну, пілатес. Чому? От в цій серії все стрейчингове, да, вот, ну, хорошо, девочки молодые, полденс, почему бы и нет. Точно так же задействуется полностью все тело. Ну, разве что каблуки, то есть где-то можно какие-то сделать травмы, это травма, все равно спорт. Но тем не менее. А ось, до речі, про підбори. Ви зараз сказали, трішечки, знаєте, теж хочеться запитати. Ви завжди на підбори ходите? Тобто, якось, ну, теж, можливо, треба підтримувати ноги, тренувати свої? Діло в тому, що йога мені зробила ідеальні, здорові ноги. Тобто, у мене підйом працює в різній позиції. Я можу легко ходити як на платформі, так і на високих каблуках-шпильках. Мені комфортно і так, і так. Тобто, моя походка
человека не меняется по-любому. Я всегда говорю, когда люди одевают каблуки, девушки одевают каблуки, мне это очень бросается в глаза, их полусогнутые колени. То есть максимально должна быть втянутая нога, и походка будет идти от бедра, она будет естественной. И вот йога, опять же, тоже помогает этому оставаться вот на протяжении всей своей жизни со здоровыми ногами. Так, я зрозуміла, що тепер я маю перейти на йогу, тому що стільки в ній плюсів. І на завершення, чи могли б ви нашим глядачам зараз побажати щось? І так будемо приємно закінчувати нашу розмову нашим глядачкам, які нас зараз дивляться. Дорогі дівчатки, я вам желаю ставатися завжди здоровими, щасливими, успішними. І це все залежить тільки від вас, від вашого внутрішнього стану і пробудження. Утром відкриваєте очі. Улыбайтесь самой себе и говорите: «Ах, какая я шикарная!» О, все! Ох, які ви у нас шикарні! І сподіваюся, що саме з таким настроєм тепер ви будете прокидатися щоранку і вже точно знаходити на себе час. Ну що, переглянули це відео? А тепер обов'язково треба підписатися, залишити свою вподобаєчку і, звісно, коментар. А я ще хочу нагадати, що вже завтра у нас відбудеться розіграш від продукції «Джелюс». Тому обов'язково переходьте в наші соціальні мережі Instagram та Facebook, виконуйте всі умови і вигравайте круті призи.